Всем привет, меня зовут Серебряков Сергей. У нас пошла вторая неделя, начали мы тренироваться. Вике достаточно было одной недельки ввести в тонус. И, в общем, начали мы со статодинамики. Почему именно с нее? Это самый безопасный вид тренинга для начинающих. Веса крайне маленькие. Давление здесь высокое не поднимается, в отличие от силовых тренировок. Сердцебиение не учащается, то есть достаточно безопасно для любого человека. Выполняется оно по времени, 30 секунд под нагрузкой. Время может быть не более 30 секунд, но для новичка 30 секунд самое оптимальное. 30 секунд под нагрузкой, 30 секунд отдыхаем. Ну и развивающая такая тренировка считается от 3 подходов и от 3 кругов, либо от 3 серий. И до 6 подходов, до 6 серий. Первое упражнение у нас на большие грудные. Вот, выполняется специфически для того, чтобы не дать доступ к кислороду, чтобы клетка закислилась, зашел туда гормон и произошла наша долгожданная гипертрофия мышечных волокон. Упражнение выполняется сведение в тренажере. Не жим, потому что на жиме у нас быстро закислится трицепс, и грудные не получат никакой нагрузки. В большинстве случаев именно так и происходит, поэтому мы делаем сведение рук. Второе упражнение – обычное сгибание предплечья на бицепс, только очень коротенькой амплитуде с постоянно напряженным бицепсом. Ничего сложного нет, можно делать как мы в блоке, можно делать свободным весом. Но с свободным весом пока еще Вики рано. Ну и третье упражнение у нас – упражнение на прямую мышцу живота, то есть на пресс. Вот. Делать оно в основном для того, чтобы добиться нам локального жиросжигания, так как у Вики там его приличненько скопилось. Вот. Ну и для укрепления самих мышц в том числе. Делается в обычном режиме с отягощением для увеличения нагрузки. Сегодняшняя тренировка для меня была очень странной. Во-первых, это необычное упражнение, то есть обычно мы берем гантели, вот так вот обычно динамически делаем, а здесь была статика. Причем статика, вроде вес не сильно большой, но у меня мышцы буквально в смысле дрожали. Вторая неделя у нас, она вся статодинамическая, прорабатываются все группы мышц. На этой тренировке мы грудь, бицепс отрабатываем. Следующая тренировка у нас будет ноги, плечи, и еще следующая тренировка спина, трицепс. Вот такой у нас микроцикл. А следующая уже неделя будет силовая. Там уже будет повеселее Вики, наверное.